Доброе утро, моя красавица. Как ты к нам приехала, расскажи. Да? А ты так рано проснулась, да? Потому что сейчас вот 6:30. Ты во сколько ж проснулась? 6 часов? Это я проснулась в обед. В обед? Маргарита тоже приехала, да? И вот. И Зоя Степановна. А у чехол сломался. Да, надо новый чехол купить, заказать. А да? Лучше у моей мамы купите. Да, она что, продает чехлы? Нет, у меня просто три чехла есть. Сейчас все позавтракают, да, чайку попьют. Дядя Сережа должен скоро приехать, чтобы всех отвезти в садик. Мам, я с ним. Да? Ты я что? Не пойду. А ты не пойдешь? Почему ты не пойдешь? Потому что она будет со мной гулять в телефон. Я вообще вас отвергну, да? Все поедете, да? Да. Сейчас и ты поедешь. Нет. А я отказываюсь. А я заму Ольгу в телефон и захочу его в садик. А все равно тебе воспитатели дадут. Все в садик, все в садик идут. Так, поехали, еще купим, еще же в магазине-то продаются. Мама, только посмотри. А можно, если родители не хотят, мы поедем в магазин и грошу. Да? Ну, ты вот, где возле вас. А ты купи, хочу я кого-то. В люкс. Люкс? Ну, это только по пятницам мы же заезжаем, Марго. Сегодняшняя пятница. Сегодня что у нас? Вторник. Нет, люкс-то открыт. Мамыш. Завтра среда. Вторник. Спас. Афоня, спас что? Второй. Румян. На вид. Всех. Плодами. Угостит. Угостит. Давай. Мальчишки тут рыбу-то поймали. Пошлите вот туда в тенек, а то тут сильно солнце засвечивает. Вообще, я на свою поймал. У меня мелкая для моей. Я взял большую специально. Да, у него для карася. У меня вообще не для карася даже. У меня тоже такой лещ хороший прям. Надо же только, чтобы их кто-то почистил, чтобы их пожарить, да? Ну, папа. Папа может? Мы сейчас еще пойдем. Да? Да. И две краснотёлки. Может, ВКонтакте где-нибудь все там в социальных сетях? У меня два карася. Создать это клуб рыбаков? Да. А, ты все для нас? Все для вас. А есть кто это будет? Все для нас? Все для вас. А мы шашлычки. Да. Представляете, 8:30, а я уже борщ сварила. Круто же. В общем, как раз он успеет настояться. Осталось только компот сварить. Супер. Я так рада. Все, накрываем и ждем. Приехала с магазина, заглушила машину. И не пойму, это же в машине звуки. Вентилятор еще работает, да? Я не знаю, это нормально вообще или нет. Гудит. Знаю, или я раньше просто не замечала, что машина так делает, или просто опять сегодня жарко на улице, в общем, не знаю. Но она до сих пор гудит. Хотя все выключено. Сегодня опять у нас жарюка. Так что идем сейчас включать кондиционер. Вот, накупила тут трулялей и пампушки в Кредосе. Купила пампушки с чесноком, две штучки. Ну, нам обычно вот на кастрюльку борща хватает две. И вот такую вот штуку, потому что у нас есть рыбка. Вот мента или что-то такое. И вот такая вот штучка, чтобы потом запечь эту рыбу. А сейчас утро? Нет, сейчас уже обед. А когда рыбка будет? Рыбка, наверное, уже на завтра, не на сегодня. Так, мы обедаем. Я уже покушала. Пампушки с чесноком вообще супер, как всегда. Так что борщ должен быть еще вкуснее. Я сейчас буду мариновать перепелочек. Сегодня у нас будут такие
мини-шашлычки с мини-перепелочками. Просто как шашлык с луком, соль, перец и немножко уксуса. В общем, вот такая вот штука будет сегодня на ужин. Все, я замариновала шашлык. Сейчас еще сверху капельку, буквально пару столовых ложек уксуса и все. В общем, мой лайфхак, как я чищу лук на шашлык, ну, достаточно много же нужно. Включаю вытяжку, под вытяжкой все это чищу. И тут же под вытяжкой миску убираю, кладу сюда досточку и все это режу. То есть весь вот этот пары уходит в вытяжку, поэтому лук, ну, заходит в глаза, но не так, чтобы вообще вырви глаз. Поэтому я тут все под вытяжкой делаю. Угу. И мы где-то встретимся, но все равно до меня поедем. Угу. Только кепку одевай. Такая велосипед правильно. Проверь, там камеры что-то. А? Камеры там посмотри. А у нас щавель. Да, мамуль? Угу. Щавель, блин. Варите борщ с щавелька. Дети готовят вафли. Здравствуйте, с вами повар без лицензии. Выключай. Ясно. Ага, и теперь еще раз смешай просто, Гриш. Да, помешай. Ну, пусть. Потом нужно... У нас, в общем, 5 яиц и стакан сахара взбили, да? Да. Потом 200 грамм маргарина мы растапливаем. Все, давай. Так, Гриш, еще ж сметану доставай. Ложки сметанки. Кто будет налаживать? Так, сейчас будет ложки каких? Да, ну всю сметану выкладывай, всю сметану, Гриш. Я? Подожди еще, сметану не надо. Да ничего. Нет, ты это взбей чуть-чуть, а потом еще сметану. Так, пакетик ванилина, да, еще надо? А еще один стакан. Ага. Давай. Теперь стакан муки. Давай, мне чай. Подожди, сначала стакан муки. Да, Гриш, ты помешивай. Как, на первую? Гриш, ну ты подожди, сначала опусти, потом включай. Да я. Это сейчас все как взорвется. Да да я. Еще чуть-чуть. Да. Ну ты уже писал, давай. Давай, давай. Да? Ждем, пока загорится здесь зеленое. Вот пока горит красное, значит оно нагревается. Ой, да? Капает. Думаешь, ее уже 100 лет не пробовали. Вернее, один или два раза мы ей только пользовались. Нет, два раза. Два, вот, все, загорелось зеленое. Что дальше? Антош, отходи, давай Роди покажет. Да что там? Так, вот немножко. Оно не выльется? Не, не выльется. Мама, я попробую. Да сейчас Роди нам покажет, подожди. Ну и потом ты, ну как можно вдвоем? Давай кто-то один для начала. И все, теперь жди, ждем. Пока два раза загорится зеленое. Я не исключился. Дым! Ну естественно, оно же жарится, а вот здесь оно вытекает чуть-чуть. Сейчас я вытру. Так, мальчики, в общем, ушли. Мы тут с Антоном вдвоем, да? Доделываем вафли. Сами сказали рецепт, а потом ушли в компьютер. Да. Родион в моем телефоне. Да. Гриша в компьютере. В общем, всем хорошо, да? Все сегодня отдыхают. И мама... Да? Угу. Ты будешь накладывать? Да. Давай. Попробую. Все. Вот это хватит, да, здесь?
Наверное, я не знаю. Накладывай, накладывай. Да здесь и хватит. Я еще чуть-чуть отстой. У нас вот такие вот вафли по форме. В общем, хотелось бы, конечно, венские, но какие были в наборе. И они потом становятся тверденькими. Да? Как печеньки. Да, как печеньки. Мы теперь можем делать печеньки. Угу. Тошка сейчас наложит. Да, аккуратно, видишь, как это. Угу. Видишь, какая шила. Как? Я куда ложка моя, куда я не ем. Вот столько и хватит. Угу. Да. Ой, что это сейчас было? Растекайся. Скажи. Ну как тебе? Круто, кайфово. Видите, как я аккуратно налаживаю? Как мама. Да. Мама же тоже аккуратно налаживала. Все. Закрываем? Да. Пусть печется. Угу. Все. И ждем, да? Да. Я даже аккуратно как-то. Угу. Но она пока прилипнется, отлипнется. Вот дырочки из этих самых, вот этих колючек. Я сегодня первую фотку сам себе на телефон. Да. Круто. Это же у нас все так не с коленом побыть? Да. Пирожки туда, это тетя Вера напекла? Да. Капустой. Колян. Да нет, мы сейчас с ним на улицу сходим. Я сейчас коляску возьму. Да нет, если вдруг холодно. Пойдем на улицу. Вот штанишки. Да, тетя Вера-то в штанах, понимаешь? Нет, вдруг. Да. Следить. Ну я тогда буду следить, нет, если вы не будете. А мы не пойдем на улицу, да, Нагора? Тут все на травке сидим за Юней. Да, я его подниму. С Афонькой. Мерсик. И самым главным нашим нет, малышом, который уже хочет что-то съесть. Им... Забираем у него, забираем. Скорее забираем. Карась. Эй, йоу-йоу, колосомаки, сумасшедшие собаки. Пясика с собой взяли в коляске, да? Папа, да нам мочек. Сейчас пойдем, подожди. Костерчик. Шашлыки из кого? Из огня. Из огня? И огонь, и вода. Что? Да, хлеб, соль и молоко дед Сережа нам купил. Мама, карася туда положи. Ну туда же положи. Она и... наверху, я не достаю. А, ну сейчас я туда достану. Чё? У нас газировка до шашлыков, походу, не доживет, да? Да? Газировка с компотом? Откуда он у тебя взялся? Тебя живот, как у дедушки Лёси? Вот, наконец-то мы все жарим. Вон лопатки у Афоньки. Давай мне лопатки. Осторожно. На, держи тебе. А что это за этот? Веревка. Это я натянул. У дедушки у меня. Какая веревка? Для меня веревка. Да еще ж не готова. Сейчас еще и рыбку, которую дети сегодня. Хотя я маслом мазала за саму рыбу. Но все равно еще. Надо было, наверное, мукой все-таки. Чуть-чуть. Подержу, спасибо. Я же тоже жалую.